На вооружение Ивановской избирательной комиссии поступили комплексы электронного голосования, так называемые КЭГИ, всего 45 единиц. Они будут размещены на избирательных участках уже во время выборов губернатора. По мнению председателя облсберкома Анжелики Соловьевой, система позволит ускорить процедуру подсчета голосов и уменьшить количество жалоб на проведение голосования. Пользоваться КЭГом непросто. Вместо избирательного бюллетеня гражданин получит карточку с штрих-кодом для входа в систему. Смогут ли разобраться с хитрыми машинами люди пенсионного возраста и не возникнут ли от этого очереди у аппаратов – вопрос открытый. Потренироваться можно будет на тренажере КЭГ в день голосования. Принцип, по которому будут выбраны участки, оборудованные электронными системами, пока не выбран. Будет учитываться и площади избирательных участков, чтобы они позволили разместить. Но я думаю, что принципиально все-таки это городские округа и недостаточно недалеко от Иваново. Потому что транспортировать эту технику – это очень дорого и очень затратно.